Сегодня хотел бы вам рассказать о годичных кольцах древесных растений и о том, какая информация содержится в них. У древесных растений имеется ксилемная ткань, водопроводящая ткань, через которую вода доставляется к другим частям дерева или другого древесного растения, кустарника, например. Если дерево растет в тех условиях, где имеется вегетационная пауза, то тогда формируются кольца. В умеренном поясе такие кольца формируются раз в год. Но где-то, где пауза может быть чаще, несколько, может быть, колец в течение года формироваться. А во влажных экваториальных лесах так и вовсе таких годичных колец нет. Ксилемная ткань формируется без годичных колец. В общем-то, люди достаточно давно обращали внимание на данные годичные кольца и гадали, почему же они то шире, то уже, например. Например, в записях Леонардо да Винчи имеется такая информация и в других источниках. Но вот, собственно говоря, наука о годичных кольцах сформировалась на рубеже 19 и 20, вернее, даже в начале 20 века. А именно родителем ее можно назвать американского астронома Эндрю Дугласа. Он, изучая цикличность пятен солнечных на Солнце, пытался найти, где же такая цикличность проявляется. И, в частности, в годичных кольцах решил сравнить просто. Но настолько увлекся, что в конце концов превратил ее в настоящую науку. И на сегодня в мире достаточно много коллективов, которые занимаются научными исследованиями в этом направлении. И в России примерно 100 человек профессионально этим делом занимается. В данной науке можно выделить два направления. Первое – это, собственно, дендрохронология, а второе – ее бы можно было назвать древесно-кольцевая индикация. Дендрохронология занимается датированием годичных колец и, соответственно, тех или иных явлений. Как это происходит? Когда мы получаем какую-то хронологию каких-то показателей, ну, чаще всего это ширина годичного кольца используется, но могут быть и другие, плотность годичного кольца и некоторые другие показатели. И при сравнении с ныне живущими деревьями, хронологиями с ныне живущими деревьями и какого-то артефакта или погибшего дерева, мы можем определить дату гибели, год гибели данного дерева. Живые деревья, которые имеются на планете, они максимально доживают около 3000 лет. Остистые сосны или секвои, например, в Америке. На Алтае такое самое старое дерево, которое наиболее долго жило, 1307 лет состояло на плоскогорье Укок, было обнаружено. Но оно, правда, уже погибшее было. На основе различных природных архивов, в отложениях, в озерах затопленные деревья и так далее, можно продлевать эти шкалы приростов вглубь. На сегодня такие шкалы имеются до 12 тысяч лет, по дубу до 9 тысяч лет в Германии, например, сделаны. Там благодаря торфяникам дубы хорошо сохраняются, их древесина. Можно датировать такие явления, как лавины. Дело в том, что при сходе лавины деревья могут обламываться, погибать. Таким образом, мы датируем дату, год, так сказать, гибели дерева. Могут образовываться повреждения, где коры, например, где после этого не происходит прирастание. Кроме лавин, можно датировать сели, можно датировать морены ледников и таким образом устанавливать, когда ледники достигали такого положения. Можно датировать образование, например, горных озер. Например, мне вот удалось датировать Маошейское так называемое озеро. Оно там в 1770-х годах возникло первоначально, что не совпадает с историческими свидетельствами. Определение возрастной структуры древостоев дендрохронологическим методом позволяет определить, когда сформировались
данные леса. Например, это важно при изучении, опять же, каких-то климатических явлений. Например, мы можем узнать, как давно возникла верхняя граница леса или северная граница, как давно в этом местоположении образовалась. Можно с помощью годичных колец датировать вспышки насекомых, которые поедают листву. Дело в том, что после нападения филофагов на деревья в структуре годичного кольца образуются некоторые изменения. Можно датировать заморозки, потому что в результате заморозков весенних в структуре годичного кольца образуется так называемое морозобойное кольцо. Дендрохронологическое датирование имеет определенные сложности. Дело в том, что ширина годичных колец изменяется с возрастом. Она становится все меньше и меньше. И поэтому для того, чтобы производить более точное датирование, необходимы определенные процедуры, так называемая стандартизация, когда мы извлекаем возрастной тренд. Затем у годичных, у деревьев могут возникать ложные кольца, когда в течение года, например, в засушливых условиях могут возникать некое подобие годичного кольца, когда формируют, например, у хвойных растений формируются толстостенные клетки, сильно окрашенные. И тогда можно подумать, что это поэтому процедуры определенные позволяют избегать этих ложных колец. Затем бывают выпадающие годичные кольца. Особенно в тех условиях, где экстремальные условия произрастания. И с помощью современных пакетов программ можно находить эти ложные кольца и каким-то образом интерпретировать, почему эти кольца выпали. Дендрохронологическое датирование применяется и для датирования антропогенных различных объектов, архитектурных памятников, археологических объектов, музыкальных инструментов, картин, рамок картин или иконы, например, и так далее. Вот, например, интересная на Укоке дата захоронения, вернее, сезон захоронения в одном из могильников был определен. Дело в том, что там в желудке лошади были обнаружены веточки ивы, и там у годичного кольца сформировались только первые клетки, что свидетельствовало о том, что это было начало весеннего периода. Ну и, конечно, древесно-кольцевая индикация позволяет реконструировать условия окружающей среды, особенно в экстремальных условиях, например, на северной или верхней границе леса летние температуры, на южной границе леса умеренных бореальных лесов режим увлажнения, можно режим озер, годовой баланс ледников, наступление, разрушение устойчивого снежного покрова, например, там, и так далее, и так далее. Множество явлений. Но для этого специальные принципы есть отбора тех или иных мест для установления тех или иных явлений. И, наконец, дендрохронология в сочетании с другими методами позволяет более точные какие-то вещи, ну, например, устанавливать, датировать. Например, с помощью радиоуглеродного метода, усовершенствованного метода радиоуглеродного датирования, так называемый Вигел-Матч или подгонка по зубцам, когда с помощью дендрохронологии выяснили, что соотношение изотопов углерода в историческом прошлом было неравномерное. Это позволило усовершенствовать метод. Или, например, исследовать какие-то вспышки на Солнце, катастрофические, например, так называемое событие Мияки, когда в разы увеличилось количество некоторых изотопов в атмосфере. Это сказалось не на самом годичном кольце, а на соотношении изотопов внутри кольца. Внутри каждого годичного кольца. Вот как усовершенствовали метод? Брали каждое годичное кольцо и измеряли соотношение углерода 12 и 14. И выяснилось, что оно неравномерно распределяется. То есть есть колебания. Например, в скифское время
И в древнетюркское время соотношения были примерно равны. Поэтому можно при датировании радиоуглеродным старым способом можно ошибиться было. Там, на 1000 лет, например, иногда можно было. Ошибки и возникали, и споры отсюда возникали. Ну, в современных условиях, когда метод усовершенствован с помощью дендрохронологии, таких ошибок уже не возникает.